В бизнес-инкубаторе Тувы прошел третий республиканский конкурс среди школьников «Мой бизнес-проект-2017». В результате отбора в конкурсе приняли участие 8 финалистов из общеобразовательных школ республики. По итогам защиты бизнес-проектов члены конкурсной комиссии определили следующих победителей. Первое место занял Айдыс Хава, ученик 14-й школы Кызыла. Второе место присудили Екатерине Наговицыной, ученице 3-й школы. А третье место заняла Айлина Хамушко, ученица 9-го класса города Ак-Довурака. Всем участникам выданы сертификаты и денежные призы. И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 57 рублей 47 копеек, евро 67 рублей 55 копеек.